Сегодня окажется сильнее, нужны победы Санрайзу. Сейчас пропускают они быструю атаку. Это 10 номер, первый мяч в сегодняшнем. 34 номер Артем Теплов. И номер 6 Максим Полонский. Второй попадает. Тихонов первую штрафную забивает. Мартынов, не точно. Отвечает и своим выстрелом. Это Трегубов, а вот Артем уверенно забивает. Тихонов. Хороший пас в центр. Отличная комбинация здесь у Санрайза получается. И Максим Полонский со входа забивает. Бэк 3. Хорош, Дима. Очень красивый мяч. Делает здесь. Перевадский в итоге со треху. Да, треху Владислав попадает. Летит, наверное. Хороший пас здесь Кадыров удает. И тот самый Клименков как раз забивает. Забивает первый штрафной. Второй также в цель. Хорошо разбросали сейчас эту атаку игроки Киевса. И Поляков завершает. Очень здорово. Прошла Клименков. Треху промахнулся, но Череватский здесь. Хорош. 2+1 от Влада. Набранных очков. Череватский первый с линии попадает. Второй также в цель отправляет. Заканчивается у нас на этом первая четверть. 22-5. Вот здесь под кольцо здорово. Прошел Максим Полонский. И, точнее, 5 очков за четверть. Это показатель для Санрайза. Череватский очень уверенно треху добивает. А Мартынов бросал 3, а здесь Филиппов заваливает сложный мяч. Вот уже Сергеев отдает, Сергеев мажет. Со средней идет в проход, и здесь уже затяжные такие два шага, и приносят они свой результат. Перевод на Теплова, трудом здесь вылавливает мяч 34 номер Санрайза, и со средней хороший бросочек попадает. Второй попадает уверенно. 28-11. Получает заслон. Обыгрался здесь Мартынова. Пикинг-пап в итоге получился. И Мартынов забил. Хороший интер набросил. Не везет сейчас немножко Дмитрию. Но здесь Гулям исправляет ошибку нужного. И 2+1 из-под кольца. Перевод на нужного. Здесь Дмитрий из угла точен. Взглянем сейчас на секундочку на статистику нужного. Это Арсений Довнар под номером 12. Также на паркете Сергей Штоколов. Второй попал. Егоров первый забивает. Второй также в цель. Иванов в треху попадает свободную.
Панов может забить дистанции, особенно легко и непринужденно. Отправил мяч в кольцо и еще накрывает здесь Теплова. Вот так вот. Ну и в целом достаточно надежный, спокойный игрок. Наверное, самый надежный в этом составе Кипса. Гулям всегда стабильно играет, особенно в защите. Тайм-аут у нас берет сейчас. Трещить хорошо отработал. Мяч перехватил. Теплов сам лезет. Но Гулям здесь с мухобойкой вылетает. Еще и доля шутки здесь была. Скорее всего, да, я, наверное, не сразу понял. Быстрая атака от Кипса. Клименко здесь сложный мяч забивает. Кадыров руку там выставлял, но Полонский забил все-таки. Пока исключительно за счет индивидуальных действий кого-то из игроков у Санрайза временами набрасывал. Но здесь не хватило высоты этому броску. Тихонов, свободный проход. Два очка в кольце. Попадание, но Гулям, надежный Гулям, добавляет два очка после подбора. Поляков находит передачи партнера. Здесь хорошо. Клименков забивает. Перевадский с мячом. Евростеп. Хорошо. Владислав забивает. Затянул он эти два. Теплов со средней. Попадает наконец-то. 34-й номер Санрайза. Тем Теплов. 4 очка. Теплов передачу неплохую отдает. И вот есть попадание от Санрайза. Долго мы этого ждали. Егор Трегубов проходит, заносит мяч в кольцо. Хорош. Удачная передача. Нужный. Надо бросать Дмитрию. Выбрасывает он треху и попадает под сирену. 58-20. Тихонов. Хорошая скидка на Мартынова. И вот Мартынов, после упоминания, судя по всему, про хинкальную, решил забить два. Кадыров с дистанции. Гулям попадает. Хорошую треху. Свободная. Черевацкий забирает подбор. Нужный еще треху бросает и попадает. Черевацкий мажет первый. Второй попадает. Перевадский один на трехе. Очень уверенно попадает. Забивает первый Полонский. Также в цель. Попадает. Да, странно сейчас. Полонский справедливо уговаривает Тихонову. Нужно было сразу там бросать. Черевацкий. Айс. Нужны отличные передачи на Иванова. Дает. Шикарная комбинация проходит. В раннем забивает нужный первый. Второй матч.